Всем привет! Сегодня продолжаем играть в таком, в ту самую космическую станцию, где происходят всякие непонятные вещи. Надо вспомнить, куда мне идти. Я тут, в принципе, чего-то не сделал и куда-то не попал. Ворошение я точно попасть не могу, мне нужно знать код. А где этот код взять? И я без понятия. Кто-то его знает, но это вопрос кто? Нам нужно... Да, видимо, он как раз в ворошении находится, и как туда забраться? Без кода непонятно. Ну ладно. Чайная. А, это, по-моему, здесь был, да, здесь этот. Ладно, нам можно идти дальше, в принципе. Беспроблемно. Личные каюты, выход. Сейчас посмотрим, там, по-моему, у нас все. Или не все. Да, можно сказать, уже все. Можно забирать. Ладно, тут мы не справились немножко. Некоторые вещи остались без ответа. Так, а что там у нас? Субконтрактник Ферье. Немедленно проследуйте в инженерный отсек. После передачи данных ИИ из всех отсеков вам также необходимо будет извлечь и вернуть корпорации физический носитель процессора ИИ. Это требование имеет высший приоритет. Понятно, короче говоря. Поехали! Послушаем музыку и проедем несколько метров вверх. Кстати, кому хочется поиграть в интересную головоломку, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии к этому ролику. И связывайтесь со мной любым возможным способом. Есть интересная игра достаточно. Ну, по крайней мере, все предыдущие игры, которые я играл от данного разработчика, это, конечно, тоже пазлы. Но они очень достаточно веселые. То есть такие мозгонапрягающие, нестандартные, необычные. Хотя, конечно, отзывы там разные, но мне нравится. Так что вот такие дела. Позже, наверное, будет видео. Или раньше. Раньше, скорее, будет видео. Биомедицина. Нам нужно в инженерный отсек. Инженерия. Так, сейчас персонал. А, не, персонал это третий. Инженерия туда, значит. Биомедицина. Ой, это что такое? Прикольно. Криогеника. Криогеника. Нам сюда нельзя. Да, в доступе отказано. Ну, понятное дело. Нам сюда. Уехали. Вниз. И еще раз вниз. Пояс Вентури. Бунгал для отдыха на орбите. Та-тара-тара-там. 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 Бунгалла. Хочу в бунгалла. Отдыхать? Не
нежиться на море. Чтобы все было круто. А не это вот все. Ну да ладно. Как говорится. Ну, новая работа — это не только ценный мех, но и... много чего еще. Приехали. Да. Эй, отцепись, девушка. Шагай. Тебя ждут новые дела, данные и так далее. Внимание, субконтрактника Ферье. Ну да, доступ к данным здесь. Нас ждет новый отсек. И новые задания. Инженерия, что там? Вот оно. Мы видим оснащение извлеченной системы. Почти готово. Пора вернуть тебя домой. Скоро увидимся, Эмми Икс. Предоставлен доступ к сетевой технологии. Ну да, извлеките человека данные. Опаньки. Сетевые технологии. Механика. Операция из Пушкина, журнал статусов. Эва Крио. Я догоню. Давай. Earlier, when you decided to withhold, когда вы решили все-таки не раскрывать Наталье информацию в результатах сканирования. Так, секунду. Что-то там стресс. Мне нужно вот сюда зайти. И посмотреть данные, которые... Эндрю Дагьяб, спасибо. Привет, Сарих. Ты говорил, у меня есть время собраться с мыслями. Я уже готов. И как раз уж я решился, нет смысла впустую тратить кислород на то, чтобы бродить по коридорам. Я отправил сообщение всем, кто еще не спит. И я просто хотел поблагодарить тебя за терпение, спокойствие и мягкость по отношению ко мне, когда я был растерян. Я понимаю, что на твоем месте многие просто сказали, да пошел он к черту. Нет, у меня на это времени. Натравили бы на меня начальницу и все такое, но я очень благодарен тебе за заботу, хотя на самом деле прекрасно сознаю, что пытался отрицать неизбежное. Впрочем, думаю, это делал каждый из нас. Ладно, посмотрим. Спасибо за дружбу. Я иду в криогенный. Увидимся. Что там? Сарих, Берта смеется надо мной, потому что мои родители были хиппи и не сделали мне перед рождением генную фильтрацию. Ната, мне очень жаль. На самом деле, многие родители не делают своим детям генную фильтрацию. Иногда по религиозным соображениям, а иногда просто потому, что они хиппи. Как идет работа над дроном? Прости, док, я сейчас слишком занята, что Берта... тем, что Берта надо мной ржет. Сколько ты уже не спала? Это как-то не в тему. Сарих Хасмади. Неудача. А тут что? Пишу это, чтобы проинформировать о своем решении на тот случай, если экипаж не выживет в инциденте на борту Такома. Я прекрасно осознаю тот факт, что медицинский осмотр члена экипажа Курашенко показал, что у него минимальные шансы пережить криогенный стазис. Тем не менее, более человечным по отношению к Курашенко мирно скончаться в криосне, чем умирать от удушья на безлюдной станции. Знаете, что это мое обдуманное решение примет в здравом уме, правильное оно или ошибочное, я беру на себя всю полноту ответственности. Ага. Тут у нас
right. What if you were unable to make that choice? If you had no choice? Odin? I would like to take this opportunity to remind you that Standard Venturous Corporation Safety Protocol requires all crew to enter cryogenic sleep immediately upon the loss of primary oxygen supply. What? Что? Я, как медицинский сотрудник станции Такома, вы имеете право обрекать всем членам экипажа перейти в криогенный сон. Один, Бернат и Берта сейчас. Ух ты ж, ёпта. О боже. Are you okay? Can you feel your feet and hands? Ew. На камеру камеру шевелить можешь? Да. О, надо. Bert? Где Берта? Bert! Берта? А, у нас тут что-то плохо, там еще. Bert! Берта! Берта! Oh. Роберта Уильямс. Bert, can you hear me? One. Берта, ты меня слышишь? Ну, ну, сейчас пошли. Наталья Курашенко. Получилось? Что-то произошло, взрыв какой-то произошел. Ага, секунду, я подожди-ка, я схожу сюда, что тут такое? Развернуть. О, сетевой технический интерфейс, навигационное ПО дрона, Venturis. Запрос внимания, сбой системы при реализации системы. Система не в сети. Сообщите сетевому специалисту станции. Автоматический дрон, доставочный дрон Venturis, людям вход воспрещен. Опаньки. Кофейник. Это что у нас? Ага, сюда тоже нельзя. А где же мы можем взять код доступа? What will you do now? My head hurts. Oh, yeah. А, у них тут вон хренотень произошла. Все сбилось. What will you do now? Так, а где у нас тут? Понятно. Then tell me what you are going to do. Дрон пристыковался к техническому отсеку. Внимание, механические неполадки, сбой. Sarah, please listen carefully. I am not telling you what to do. Механику станции. But I am mentioning that there is a door in the network technology module that is normally inaccessible to the crew. And it is true that внимание. You could, before proceeding to cryo, investigate that door. What are you telling me here, Odin? I have told you all that I can. Simple facts, nothing more. Oh my god, Odin. Are my patients stable? Yes. Their conditions won't degrade if I leave them here? They should not. Door in networking that we can't normally get into? Yeah, it's Odin's hardware compartment, but we're not allowed direct access from it. Where is it? What have we got? I'm sorry, look, that fire just burned up a lot of our time. Here, it's here, in networking. You'll have to go through the maintenance shaft to get there. Here, here's the technical access code. Okay. 0809 или 90? Нет, 0809. Это он? О, это он. Срабатывает, прикольно. Надо дослушать, что они там скажут. Hey, you don't let her go to sleep. Ага. And you don't let her move. Sarah, what's going on? I wish I knew. I'm gonna go find out. Типа, что происходит? Я бы хотел, ну и дальше. Понятно. Слушай, надо посмотреть, что у нас тут вообще еще есть.
Открыть док для дронов, личные каюты, мастерские. Прикольно. Ага, тут есть что-то типа... Ну, это мы рекламу помним по Ace Ventura. Это чё? Молодожёны. Роберт Уильямс, Наталья... А, ну да. Они же у нас лесбияночки. Девочки-лесбияночки. Это Роберта. Контрактник Уильямс. Благодарим вас за интерес к программе Вентури с помощью в учебе и переобучении. Многие контрактники, получившие свой первый аттестат в сторонних программах аттестации, не связанных с Вентури, проявляют большой интерес к нашей программе помощи в учебе и переобучении. Что касается вашей просьбы, то мы, к сожалению, не оказываем помощь учащимся, которые посещают учебные заведения вне системы образования Вентури. Однако, если для вашей учебы или переобучения вы выберете одну из официальных дипломных программ Вентури, мы готовы вам предложить льготные ставки лояльности, легкое судно. Ну, окей. Ну да, вот она. Она еще и рисует. Чё там? Третье место. Свободная республика. Подвижный спорт. Региональный тур. Женщина. Роберта Уильямс. Взять коробку. Микро... А это что, второе место, подвижные игры. Смазочное масло. Смазочное масло. Чё оно смазывает? Жвачка. Квадратная кружка. Оригинально. Окей. Это выход. Доступ к силовому блоку. Красота. Так, что у нас еще есть? Док для дронов, личные каюты. Роберта Уильямс. О. В реальности восстановлены. Alright. Давай посмотрим, что у нее здесь. Роберта, я подготовил Индра, искусственный интеллект, консультант для всей Юго-Восточной Азии. Роберта, я Индра, я подыскал для тебя целый ряд возможностей, решил показать тебе три варианта, которые больше всего подходят твоему профилю. Посмотри, какие здесь есть замечательные школы. Искусство дизайна. Наньянская художественная академия. НХ, старейшая и известная академия искусств в Сингапуре. О, господи. Так, охренеть можно. Я тут накопалась на серверах Вентурис, искала кое-что для Сарих, наткнулась на протокол освещения руководства в каком-то незащищенном помещении. Член совета, вы завернули нас в том, что поезд Вентури начинает принимать пассажиров уже в новом году. Идея была в этом. Заверяли. Тортуре не удалось, и мы рухнули на 15 пунктов. На 15 пунктов в месяц. У депутата чуть-чуть все было под контролем, член совета. Да это же просто. Что, простите? Заткнитесь уже. Просто заткнитесь. Если поезд Вентури начнет работать и приносить рекордные прибыли по следующим выходам в ВКП, что-то там я работал. Похоже, недавнее выступление Серджо не только нас расстроило. Ну да, тут понятно, она значит открывается. А, она у нас рисует. Я же видел, что ее фотография была этой девушки. Она рисует. Ну, клёво. О, Наталья как раз та самая. Они вдвоем в одной. Это что такое? А, ну это у нас приемничек. Ну окей, тут вроде больше ничего нет. Да, вроде ничего нет.
Так, ну пошли. А, мастерские, я здесь был. А, да, это же это у нас. Пошли в этот самый, как он называется. Доступ к силовому блоку. Так, пошли в то место, где у нас закрытая дверь была. Специалист по сетям сидит, тут, понимаешь, слушает музыку, балдеет. О. Субконтрактник Сергей, вам предоставлен особый доступ к отделению физического процессора стационарного и подсеки сетевых технологий. Помните, что относительно когнитивности и чрезвычайных рубок и при его изучении следует строго соблюдать инструкции по обращению с аппаратным оборудованием и... А, ну понятно. Ладно, пошли дальше сходим. Интересно, куда мы пойдем. Ладно, там дальше закончилось. А, ну вот я попал в сетевые технологии. Круто. Хозотсек. Личные каюты. О. Комнатка. Это чё? Постель? Постель и коробок много. Ну понятно, она здесь не живет, она живет у своей подруги. Типа все дела. Даже туалет забит кошачий наполнитель. Просто склад. Если ищете, надо загляните в наше бунгало механического. Ну да. Данные записи экипажа в топ реальности установлены. Я здесь. Лоден, is this it? А, Сарик. Это то место, о котором я упоминал. Вы уже там? Понадобится ломек или что-то такое? Нет, дверь открыта, просто открыта. I must inform you that Ventura's regulations forbid contracting crew members direct access to AI hardware. But I cannot prevent you from seeing. Однако у меня нет возможности вам помешать. Matt, I'm going in. На то я вхожу. Понятно. Мы пойдем туда в последнюю очередь. Подожди. Специалист по сетям. Я здесь был. А, все. Получается, я здесь был. А, нет, здесь я не был. Проводится стабилизация ИИ. Тут что-то еще. Ну-ка, что там? Отслеживание когнитивного развития. Эй, я Ната. Рада встрече. Hello, I am Odin. Я с нетерпением жду нашего сотрудничества. Same here, mate. Да, начнем с этого. Я представитель E-класса обсидиана, срок непрерывный. Хорошо, приятель, слушай. Ага, какой у тебя показатель независимости в Эркуанте? 468. Отлично, постараемся его повысить, мы вместе. Чё тут? Добро пожаловать всему экипажу.
Позади пара сумасшедших деньков, высадки и загрузки и выгрузки. Я знаю, что большинство из нас все еще привыкает к жизни на орбите, но просто хочу сказать, что очень рада работать с вами и Одином нашим. Да? Ну, короче говоря, понятно. Тут сообщение, видимо, это у нас весьма скромненько. По меркам современных барышень, ну, тут еще скажешь. А как вам твой новый лучший друг? Не помню его имя. Один. Его зовут Один. Ну, пока что ничего, как для ей ледышка. Я его раскачаю. Знаешь, сюда, на Танжер, они тоже хотят такой заполучить в Апфронте. Ладно, понятно. Неудача, ну как обычно. Forward to working together. Same here, mate. Понятно, дальше никаких сообщений. Ну окей. Пойдем теперь в этот отсек. Сюда допускаются только штатные сотрудники корпорации Venturis, нарушивший закон контрактников, ждет особое строгое наказание. Переопределение разрешения для параметров миссии. Предоставлен доступ субконтрактник Эмми Ферье. Продолжайте. Центр закрытой связи и разрешен только сотрудникам с допуском. Что-то там в ваших руках. Это что это? Communication records? I cannot prevent you from accessing exposed data in this restricted area. Yes. Yeah, he's recording. It is with great sadness that I address you today, February 29, 1988. Я обращаюсь к вам в глубокой скорби. Считанные часы тому назад шестеро замечательных людей, члены экипажа лунной промежуточной станции Такома, погибли на службе корпорации Venturis, на службе у всех нас, кто связан с орбитальной экономикой. Трагическая человеческая ошибка. Бедные люди. If only tragedies like this were avoidable. But in truth, they are. As we know, если мы понимаем, что каждая минута, которую человек проводит в работе на далеких орбитальных станциях, это на расстоянии угрозы того, что могут погибнуть такие герои, как экипаж Такомы. И мы в корпорации Venturis говорим «хватит». Today, we hereby renew our solemn pledge to fight for the legalization of fully automated orbital facilities. We encourage, we humbly beg everyone listening to this message to contact their OSEP representative and voice their support in honor of the crew of Takoma. There never need be another tragedy like this. Такая трагедия дальше не должна была повториться. And now, a moment of silence. Сейчас давайте почтим их память. Okay, then we just cut it there, silent for a minute, здесь мы обрежем минуты молчания, а потом что заиграет обладать? Мне больше дубли не нужно, это хорошо. Ну понятно. If someone were to override that protocol, external communications channels would be restored. Odin. Спасибо. Thank you. Hailing any ship. Any ship within radio range of Lunar Transfer Station Takoma. This is an SOS. Is anybody out there? Блокировка связи преодолена вручную. Внешняя связь установлена. Включен сигнал бедствия. Установлен сигнал связи преобразования. О, интерфейс высвобождения человека данных.
Параметры миссии не допускают эту операцию для технический субконтрактник МФРЕ. Случайная генерация подтверждающей фразы пароля. Последнее подтверждение контрактника. 0451. Язык, как это называется, глухонемых. Опаньки. Забрали. Все, он сдох. Что у нас там? Субконтрактник Ферье. Записи показывают, что носитель коммуникативности и благополучно извлечен. Немедленно возвращайтесь на свой корабль. Вам предоставлены координаты для доставки в штаб-квартиру Вентурис. Оплата будет произведена после проверки целостности ИИ. Так, где тут выход-то, блин? А, это да, это мы. Вот отсюда. А, это я отсюда пришел. О, отлично. Эмми Такома Лаб. Ну что, в центр? На корабль. Полетели. Так, пора заканчивать, наверное. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Ну и на этом, наверное. Хотя, мне кажется, уже конец должен быть. По-хорошему. Вроде все исследовали. Что еще надо? Понятно. И все пассажиры погибли. Да, я думал, только Наталья не сможет. Типа, оказывается, нифига подобного. Что у нас там? Найденные данные. А, мы еще тут можем. Стыковочный шлюз. Он еще просыпается. Пусть просто говорит. So the drone worked? No, the drone didn't work. Дрон слом. So... То есть компания нас вытаскивает? No, нас компания точно не спасет. What? So the drone worked? No, the drone... Сарих меня уложила на каталку, я уже в пути. Боже, как же хорошо будет без этой гравитации. Как же здорово будет смотреть с этой странной станции. Как же здорово будет не сдохнуть. Я люблю тебя, да? Я тебя люблю, милая. Поехали, увидимся в центре. Голубки. Ага. Понятно. Тут неудача. Oh, so... VT is picking us up. He is definitely not picking us up. Не спасет. What's going on then? А что происходит?
We're going to Jupiter, Andrew. Я никогда не... Не надо дать им покой. Мы не сразу вернемся домой. Но вы не пропустите ничего важного. Николас, no. Yeah, you know Николас, why he would never do something like that. She said they'd be kind of out of it for a while. Andrew, what's important is we're getting out of this alive. We're gonna be somewhere where we... up here and haul him back to headquarters. Wipe him back to base. Держи, Джереми Сталина. Так ты теперь знаменитость выдаешь. Ага. Ой, ладно, в общем, на этом закончим.